Всем привет! У нас обзор двухкомнатной квартиры по адресу город Подольск, улица 43-й армии, дом 19, этаж у нас 14. Мы находимся на этаже, у нас имеется два лифта, один пассажирский и грузовой пассажирский. Состояние лифта очень-очень даже хорошее. Поднимемся, посмотрим квартиру. Дверь металлическая, она всегда закрыта. Это большой плюс. На этаже 4 квартиры. Наша квартира как раз вот непосредственно вот она. С открытой дверью. Поехали. Так, мы находимся в коридоре. Начнем, наверное, с коридора. Это наш коридорчик. В квартире имеется два санузла, две раздельные комнаты. Сейчас я это все продемонстрирую. Кухня и балкон. Давайте начнем с балкона. И с кухни, соответственно. Так, наша кухня, на полу плитка, кухня, вода подключена, все работает исправно, пользоваться можно хоть сейчас. Кухня довольно-таки большая. Еще раз крутанусь и заглянем на балкон. Балкон тоже не маленький. Сейчас я покажу. При покупке квартиры лестница в подарок. По пути у нас с вами будет санузел первый. Я сейчас его покажу. Санузлы в данной квартире очень большие, и тут довольно-таки очень много места для того, чтобы для желающих можно установить биде и мини-мойку. Также это ванна и второй санузел. Сейчас продемонстрирую вам ванну. В ванне плитка, полотенцесушитель рабочий, греет очень-очень даже хорошо. Ванна также не маленькая. Тут вот в углу можно установить стиральную машинку, она прекрасно сюда влезет и будет прекрасно функционировать. Так, открываем наши шторки. Вот это наша ванна. Все очень чисто, соответственно, аккуратно. Пойдемте в другой санузел. Второй санузел, он такой же большой, как и предыдущий.
У нас имеется два раза стояка независимых. Первый и, соответственно, второй. Комната. Это зал. Сейчас мы посмотрим вид из окна, пользуясь случаем. А, все отражает, ладно. Место очень хорошее по причине того, что очень развита инфраструктура. Тут сады, школа, неподалеку для желающих Макдональдс в 3 минутах. Ходьбы, магазин «Перекресток». В данном доме на первом этаже 2 магазина. Это первый «Верный» и «Магнит». Через дорогу 2 пятерки. «Дикси». Для всех желающих все у нас есть. Так, и, соответственно, у нас осталась спальня. Дверьки у нас распашонка. Сейчас продемонстрируем. И, соответственно, наша спальня. Открываем дверки. Одна, вторая. На этом наш обзор подходит к концу. Все вопросы по телефону, который вы увидите в видео. Всем прекрасных приобретений. Всем пока.